первое в истории человечества электронное СМИ. Оно сделало информацию, доступной каждому человеку. Оно покорило весь мир. И по сей день по утрам мы включаем приемник и ищем любимую радиоволну. Радио появилось в Могилеве гораздо раньше телевидения. В конце 20-х прошлого века в городе начали устанавливать репродукторы. Но послушать радиопередачи можно было только по билетам, которые выдавали активистам и передовикам производства. Правда, это было еще не могилевское радиовещание. Официальным же днем рождения областного радио можно считать 27 ноября 1933 года, когда постановлением Совета народных комиссаров БССР был образован комитет по радиофикации радиовещанию при исполнительном комитете Могилевского областного совета депутатов трудящихся. Голоса первых радищиков зазвучали в прямом эфире. Они все всегда вещали в прямом эфире. «Увага, увага, говорить Могилев!» Так примерно начиналось вещание. Могилевское областное радио не проработало и 10 лет, как началась Великая Отечественная. Большинство материалов, к сожалению, не уцелело. Но в архиве радио Могилев сохранилась историческая реликвия – приказ номер 1, согласно которому областное радио возобновило свою мирную работу 25 марта 1944 года. Прибыл из города Москвы. Я, Лазарчук Константин Самуилович, и приступил к исполнению служебных обязанностей председателя Могилевского областного радиокомитета. Правда, работать областное радио начало не в Могилеве, а в Кричеве, потому что областной центр еще был оккупирован. Через неделю после освобождения Могилева, в первых числах июля 1944-го, радищики переехали в главный город области. Именно эти люди в сложнейших условиях начинали историю телерадиокомпании «Могилев», жили и работали по законам военного времени. Приказ номер 14 от 3 июня 1944 года. За последнее время участились случаи опоздания на работу сотрудников радиокомитета, ссылаясь на разные объективные причины, что является преступлением. Приказываю с сегодняшнего дня установить следующий распорядок по Могилевскому областному радиокомитету. Рабочий день начинается с 9 часов утра и продолжается до 6 часов вечера. Перерыв на обед 1 час с 16 до 17 часов. Диктор Раиса Аржановская пришла на работу в Могилевский областной радиокомитет весной 1949-го. До сих пор помнит свое первое рабочее место. Стол, на нем микрофон, за стеклом два техника. Вещали в ту пору на белорусском языке и только в записи. И никакой импровизации. Но цензура отдельно же была. И прежде чем мы выходили в эфир, бежали или ехали и туда, чтобы завизировать, и чтобы дали нам возможность выйти в эфир. После подписи цензора радийные дикторы не могли менять текст. Изменение в эфире одного единственного слова было чревато наказанием. Так, в самом начале 1955-го диктор областного радио товарищ Король получил предупреждение, а его коллега товарищ Аржановская – выговор. И все за то, что они допустили вопиющий факт саморекламы. В предновогоднем эфире 31 декабря 1954 года объявили, что передачу вели Раиса Аржановская и Михаил Король. Это вместо одних фамилий, как всегда. И все же радищики 50-х находили место для импровизации. Например, в передаче по заявкам радиослушателей. Ну, какую-то бабушку там поздравляют. Ну, как так пойдешь с этим текстом? Конечно, вспомнишь и имя ее, и это, и где она работала. Раиса Ржановская посчастливилась работать в эфире с великим Юрием Левитаном. Он приезжал в Могилев по специальному приглашению. Раиса Петровна вспоминает, что работала с ним легко и спокойно. Читали информационный выпуск. Обыкновенное последнее известие. Давали эту папку с известиями и читали. Но они уже были на русском языке. Потому что Левитан уже на белорусском не был. Вот. Сегодня радио «Могилев» вещает 23 часа в сутки, а начиналось все с 30 минут. Производство радийной программы занимало массу времени. Если ехали в командировку на район, то на неделю. Зимой оборудование монтировали на санях. На коне. Представляете, за репортажем, за такой репортаж, понятия не было по всем этим форумам радио, какой репортаж.
туда надо приехать, развернуться и вот это вот записать на 3 минуты вот этот сюжетик такой вот. Ну, там, конечно, ставили, там, на память он учил или как, или это, но это настолько, это вот такая вот была. Современные радийные диктофоны помещаются в ладонь, а лет 35 назад репортеры писали интервью на огромные аппараты. Помню, репортер 3. Да, такая громадина, 10 килограмм. Его нести, так, ну, добрый, я молодой хлопец, буду бегать с ним. Конечно, это было как-то удобно. А я представляю, девочка или что? Это же почти 10 килограмм за плечами. На пленку помещалось всего 20 минут. С собой приходилось брать 5-6 бобин. На студии все отслушать, записать от руки на бумагу, затем начинался монтаж. Там уксус, там, со спиртом, со всем, надо же слово выкинуть со слова, букву, там, паузу. Это, там было, это страшно это было все, когда вот это все делало, естественно, технологически. Сейчас трудно поверить. Скотчем это все, вот эти вот стыки, мама моя родная. А их это особо и не хватало, этой пленки, по большому счету. Так она вот, знаете, это, и надо на ней ресурс определенно отработать. Так она вот возьмешь, она, когда по мезу идет, там она вся на этих скотчах, на этих всех таких порезанных, все это. Смонтированная программа радийщики носили на радиоузел. Именно оттуда шло вещание. В начале 80-х прошлого века по утрам стали выходить и в прямой эфир с прогнозом погоды. Сводку брали в Могилевском аэропорту. Была договоренность, мы звонили в аэропорт, представлялись, мы областное радио, пожалуйста, дайте нам сводку погоды на сегодняшний день. Бобины с готовыми передачами были сантиметров 40 в диаметре. Случалось и такое, что сердцевина вылетала, и пленка разматывалась по всей комнате. Диктору, который возил материал на радиоузел, приходилось звать на помощь коллег, чтобы все хоть как-то привести в порядок и выдать передачу в эфир. Здесь пожидал свой форс-мажор. Кассета крутится, идет передача, и вдруг щелк, рвется лента, и диктору приходилось сидеть и вот так вот доить. 40 минут, чтобы она, не дай бог, не замоталась за ролик. Я вот сидел, мечтал. Кстати, Могилевская радиостудия за несколько десятков лет практически не изменилась. Разве что стекловату на стенах сменила современная звукоизоляция. И, конечно, оборудование не чета старому. Вот вы думаете, что это китайский фонарик, ну а раньше вот таким вот народным способом пытались защитить микрофоны от каких-то вот посторонних шумов. Это такая своеобразная защита для микрофонов. Ну, теперь все гораздо современнее, все гораздо более такое красивое, стильное. В начале 90-х Могилевское областное радио снова начало вещать в прямом эфире. А в 1997-м в Могилеве появилась первая в республике региональная радиостанция «Новое радио Могилев». В эфире зазвучало много музыки, развлекательных программ, а могилевские диджеи пользовались бешеной популярностью. Толпы поклонниц и именно мешки писем. То есть почтальоны носили сумку, что называется, для ведущего. То есть в свое время это было что-то вау, как вот сейчас, наверное, звезды шоу-бизнеса, звезды эстрады. Так в свое время для Могилева было событием, что своя радиостанция и свои какие-то диджеи. Радиодиджейных направлений в работе могилевских радийщиков достаточно новое. Главное – дарить слушателям хорошее настроение на целый день. Здесь и музыка, и шоу, и импровизация. От 3 часов до, бывает такое, что и до 8 часов приходится работать. Да, 8 часов непосредственно в эфире, работаешь со слушателями, пишешь, говоришь, воспроизводишь то, что они пишут, сочиняешь, выдаешь в эфир. В отличие от телеведущего, у радиодиджея есть одно выразительное средство – голос. Им нужно уметь передать любую эмоцию, заставить слушателя улыбнуться, задуматься. Порой случаются и казусы. От постоянной работы в эфире какие только новые слова не появляются в лексиконе. Мне кажется, что это один из тех моментов, который подчеркивает живость эфира, который подчеркивает жизнь здесь на радио. Это не просто технический процесс. Человек сказал, вышел, пошла песня, пошел рекламный блок, а это живой процесс, сродни той самой жизни, которой живет каждый из нас, которой живут слушатели. И мы – отражение этой жизни.
В 2004-м радио «Могилев» перешло на FM-вещание. Это в разы увеличило слушательскую аудиторию. Сегодня передача областного радио выходит и на проводах, и на FM, и в интернете. Голоса могилевских радищиков слышат более миллиона человек. С каждым годом этот процент будет увеличиваться в пользу интернет-вещания, просто потому что молодежь, она вся на компьютерах, планшетах, смартфонах, где FM-приемники. Современная техника не только расширила рамки вещания, она увеличила оперативность работы на радио. На то, чтобы сделать материал, уходит считанные минуты. У нас новости каждый час, анонс новостей каждые полчаса. Получается, что радищики успевают делать все очень быстро. Что-то появилось, раз в анонсе, раз в новостях и тут же на сайте. Радио «Могилев» начало новый сезон. В эфире появились новые проекты, новая музыка и новые голоса. Радищики – люди веселые и задорные, невзирая на возраст. А главное, они живут своей работой год за годом. Были заманчивые предложения по жизни, очень заманчивые. Но как врос в эту профессию, как врос в этот коллектив, в это радио, вот, носил гордое звание работника радио, диктор высшей категории, ну, никак мне не хотелось менять род деятельности. А это значит, что сегодня, завтра, 80 лет спустя, из приемников будет звучать в эфире «Радио Могилев».